В Красноярском крае за неделю остановили более 500 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Только за выходные в краевом центре задержали 83 автомобилиста под градусом. Среди них и пьяная женщина, и мотоциклист. Сотрудники ГИБДД ежедневно проводят специальные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Сейчас особое внимание уделяют загородным трассам. В субботу и воскресенье дорожные полицейские останавливали каждую машину в районе озера Мясокомбинат и Песчанки. По словам дорожных инспекторов, жители нашего региона не боятся садиться за руль после того, как выпьют. Хотя зачастую везут родных, среди которых и дети. Именно такая безответственность приводит к авариям, в которых гибнут люди. Их количество пока только растет. Не пугает жители края и наказание за это нарушение. Данное административное правонарушение является грубым. За это предназначено лишение права управления сроком до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Ну и за истекший период текущего года в городе Красноярске к административной ответственности привлечено уже чуть более 5000 водителей, которые управляли своим автомобилем в состоянии опьянения.